ЧП в Якутске. Трехлетнего малыша госпитализировали с обморожением ног. Ребенок бегал раздетый на улице в 40-градусные морозы. Мама оставила его с родственником, сообщают следователи, а сама уехала на работу. Очевидцы увидели ребенка в майке и плавках. Без обуви завели в магазин на первом этаже жилого дома на улице Можайского. Оттуда его увезли на скорой помощи. Мальчик 2014 года рождения госпитализирован в ожоговое отделение Центра экстренной медицинской помощи. У ребенка диагностировали отморожение обоих стоп первой и второй степени. В ходе проверки следователь установит все обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям лиц, под чьим присмотром находился ребенок. Что говорят врачи о состоянии малыша? Что известно о маме ребенка? Об этом расскажем в вечернем выпуске 18 часов.